Ярмарка, после которой я сегодня провел свою тренировку. Это другая ее часть. Вот я зашел с другой стороны двери, можно сказать, схода вот в это, с этого места, с дорожки, которая приводит к этой клетке. Но вот тут пока без изменений, все тренажеры, турники на месте, как видите, шведская стенка, сама клетка на своем логичном месте находится. Так что я вот так выгляжу сегодня, с вами буду общаться, так что все нормально. Так что вот тут такие глыбы валяются, что надо быть в кое-каких местах даже очень-очень аккуратно. Так что сегодня я здесь 6 часов проводил занятия. Вот тут всякие глыбы снежные. Это опять наше любимое черное кольцо, которое нифига и не видно, если только ближе не подойти. Ну, как видите, там, как всегда, занятия проводятся. Но это, может быть, и не видно на камере. Ладно, давайте перейдем тогда в другую часть этой клетки. Уже довольно потемнело. Ну вот, и я, как говорится, перехожу туда. Туда. Вот так. Видите, это снежная гора, которая тут стоит. Сейчас мы на нее поднимемся с нашим посохом. Как говорится, наденем перчаточку, чтобы не запачкаться. Перчаточка Каина. Так, берем этот посох. Вот он такой огромный. Ой. Такая дубина. И встаем, как говорится. Вот мы и все. Во весь рост мы такие стоим с моим посохом. Ну ладно, теперь это, я думаю, уже надоело. Дубина вам. Я ее просто отброшу от себя. Пойдемте дальше. Смотри, что у нас еще есть здесь. Так, ну, в принципе, тут все без изменений. Снежные комы, снег. Такая вот заснеженная у меня площадка. Довольно неплохая. Тут, видимо, дети веселились. Снежные комы. Может быть, нам удастся разглядеть, что находится у нас в этом боксерском клубе. Но это вряд ли, наверное. Что-то увидите. Моя камера так не улавливает все, что там происходит, как вы понимаете. Ну, а это, как всегда, опять эта стенка, которая в углу. Сейчас я вам покажу ее. Ну вот, она самая. Как вы видите, вот такая. Что в ней такого особенного все нашли? Ну давайте прикольнемся. Как говорится, перешагнем через стену. Ну что, покажемся крутыми чуваками. Ну все, пойдемте. Уходить с этой стенки. Вот так мы это...